сотни елизовчан оставил без доступа к глобальной сети хулиган, обрезающий в домах интернет-кабели. Вандал начал орудовать в городе в конце мая. Тогда же массово начали поступать звонки от недовольных клиентов в службу поддержки местного интернет-провайдера. При выходе мастеров для выяснения причин оказалось, что на крышах домов, с которых поступают заявки, вырезаны кабеля, по которым данные абоненты получают доступ к сети интернет. То есть эти кабеля подключены к моим коммутаторам и к сети абонентов. Естественно, доступ был прекращен. За один день мы нашли 3 таких дома с вырезанными кабелями. Убытки, которые несет сейчас компания, восстанавливая сети, весьма существенны, да и абонентам мало радости от того, что их лишили доступа в интернет. Для того, чтобы вычислить злоумышленника, компания обратилась с заявлением в полицию. Я вынужден был написать заявление в полицию с просьбой найти людей, виновных в порче имущества и нанесении и материального, и морального вреда моей компании. На данный момент данное лицо установлено, и молодой человек, передвигающийся на машине Nissan Lurel, огромная просьба прекратить противоправное действие, пока объем совершенного вами не перерос в уголовное преступление. Добавим, что в произошедшем сейчас разбираются полицейские, устанавливая все обстоятельства преступления.